я вчера по-моему заходила. Заходи. Надо. Что ты говоришь? Кто такая Лили? На Мелика заходи. Ты чё, не помнишь её, что ли? Вот, пытаюсь что-то вообще. Ты... Так, ты? Мозги пропил. Поковский АДК может. Ну или Фурик. Подойдите, я... Но у неё, что ли, микрофон новый, что я его узнать не могу, я не знаю. Да, ли, помнишь, о, Чендлер, у тебя кто еще есть? Можете, пожалуйста, помолчать на одну минуту, чтобы я рейд добрал? Чендлер, кто у тебя еще есть? Забыл, тут Хатай, Эрдру. Лок, Хант. Пингу заходи на... Пингу заходи на АДК. Сатаррэпа, кто еще есть у тебя? Поклонский, заходи на кого-то. Поклонский, ты тут? Да, сейчас. Сатаррэпа, заходи на сову. Это сюда. First Life, заходи на мага. ФДК. Все в инст идем быстро. First Life, ты магом был или нет? Отлично, заходи на мага, у нас стрелок, это много. На кого заходить, еще маг есть. Хант, лок, маг, БДК, АДК. БДК я не танчил веру. Хата, что-то офнулся, будешь эрдру. Я тут. Я тут. Я просто релогался. Тыкните, бля. Заходи на Фурика тогда. Да блять, сейчас зайду. Так, Диора здесь. Так, два БТК протокола ДК есть, два ханта рога есть. Маг зайдет, Сава зайдет. Поклонский, ты тут. Ментер, Джест. Лили, у тебя маг КД? Я без КД. А, не, ментер маг. А, Даня, ты завтра будешь? Да. Тогда заходи не на БДК, Поклонский БДК на двоих. Так, опять сюда, это сюда. Так, Совой, зайдешь? Вчера был. Сейчас. Короче, нам надо три фурика, два ретрика и... А, ну ладно, Варенька, хули приз тогда. Давай, ты тогда на ШП заходи. Даня на ШП. Виталик на фурика или ретрика. Джест, кто у тебя еще есть? Да, Лилия во тьме пускай будет. Чендлер, заходи на Эрдву. Да-да, сейчас, секунду. А, Лилия, это Марок. Это Пардиора, Марина? Не, это другая девчонка. Чуть хуже? Да, Апис, а кто у тебя из миликов есть? Чё, Маша? Какая Маша, блядь? Носок? Заходи на носка, батлрап, заходи на фурика или ретрика. На ретрика заходи. Господи, у нас осталось 25 минут. О боже мой, что же делать? Кто у нас еще может пойти? Оп, сюда, ты сюда. Так вот. Напишите в ВКонтакте, что надо один ДДС, он сразу на Халиона, третья фаза, лутает свой же босс. Написал. Спасибо тебе. Так, нам надо три слота, два слота осталось. Давайте, совместными усилиями мы сможем уже начать бой. Осталось три слота. Желательно сова, ретрик, фурик.
Заходи на ретрика. Лилия тогда в свету будет. Сумоним всех, помогаем. Максимус, принимай сумон. Кикаю сразу, кто афкашит. Прими сумон, Максимус. Так, сейчас будет сова. Поппер зайдет на сову. О, у нас фулл рейд. Сейчас люди перезаходят. Ну, у нас весь рейд свою там. Борецкий, давайте начнем, может, рыжбить. Да, давайте. Срываю в ту кучу, я пока сумоню. Дихиль, Варенька афкашит. Надо, наверное, ЕП снять, чтобы не сролил плащ. Да я тут. Ну так давай, Бибета, хиль, один хил в рейде. Тыкайте на сумон, Лейшен. РЛ уйдет через 25 минут, и мы не сможем убить Халеона. В наших интересах все сделать быстро. Лейшен, принимай сумон. Тык на сумон. Поклонский, стой, тыкни на сумон. Сейчас еще раз тыкнешь Лирану при сумоне. Не отходите от компа 30 минут, а потом можете уходить. Так, фрешблат, кулаки. Лирана... Каски раздавай, протопал щиты, я кресты. Давайте бафы все, лапу, пристабаф, интеллект. Ягодь, пока там побежал уже. Я под этим деревом. Так, у нас все здесь, кстати, так что можно, думаю, агрить. Бьем звезду. Подождите, там же ведут, ну алло. Это плохо. Иди сюда. Ну вытащите командира. Но он уже не ведет. Давайте звездочку играем. Кому надо крест плюс? Креста. Сейчас дам. Поклонский, прожмись, крест раздам. Оп. Так. Трэш привели, еще один. Возможности позабирайте. Так, звезду в одну большую кучу своди. Экспертное мнение, можно тут роздать или нет? Давай. Так. Рано. Мнения разделились. Можем, но рано. Да, Юсаку. На пол отдали. Иди еще одну кучу. Теперь давай. Давай рост. Я дал Сакру. Там командир есть? В той куче. Все нормально. Не морозьте вот этого моба, но его заберут танки. А, прожимая сакру седли. Кто смотрит параллельно футбол? Там Германия, Швеция, какой еще? Один. Германия Мексики проиграла, блять, это не команда. Это команда. Это, ну, в этом году это херня какая-то. Это проклятие. Это проклятие Нидерландов. Что это не считается. Идем дальше. Так, 1-1, давайте. Еще один гол. Что-то будет отлично. Сейчас я коэффициенты проверю, секунду. Да не надо. Давайте, гимноман успели. Все кресты гимноману, поставьте тотемы все. Они мне ничего собирают. А, ну ладно, раз ты так сказал, так и будет. Ну, увидишь. Завтра наступит новый день. Серьезно? Увидишь. Прикинь. Бейте звезду. Максимус, ты тут? Короче, если сейчас ставить, то на победу в Швеции коэффициент 10. Если что. 10, блядь. А вчера... Они не выигрывают. Вчера на ничью 2-12, на выигрыш Германии 2-11.
Конечно. Ну, шведы хороши. Так, то это последний трэш, да? Да. 13 минут назад я только начал сбор. А вот когда не 15 минут. У нас есть 17 минут. Так, спели гимн на ману, кто еще не пел. Я пробафл крест, чек на пул. Бафы дайте. Варфул баф. Кулак каска есть, этого хватит, пуляй. Лапу. Лапу дай. Скиллы домашние тоже. Бью шоком босса. 200 секунды сэкономим. Включил порчу, набиваю стаки. На одну секунду раньше убьем босса, это тоже время. Снимайте вступление. Таунт не буду уже сжать, Лань возмездия. Так, на мне метка даю сакой, оп. Давайте дальше. Так, у нас, наверное, один человек только тактик не знает, это Кафер Тихант. Но у нас есть два других на пулы. Уйдет. Идем дальше. Никто не падал, отлично. Так, босса танчит Макгрегор. Первую копию Поклонский, вторую Седли. Триста баф дайте. Седли, брат, как? А все можно как уебок не дать зеленку, да? Да, давай, пуляй. Все готовы, иди запускай босса. Кушайте рыбу, пока не запускают. Ну, спуляй босса, Макгрегор, давай. Ты же танчишь основу, первое Поклонский, вторую Седли. Дал крест. Сейчас заскриним, сейчас. Прошло время скрина, сорян. На балкон выгнали, что ли? Чего ехали? Да пиздился, блядь, в коридоре телеграешь, да? Сто подписчиков не набрал, отселили. В детский манеж, блядь. А так нормально? Нужно подойти. Ну да, походу ты с балкона пришел в комнату обратно. Да нет, только это... пизды не получится. Микрофон на наушниках, просто его можно вверх поднять, а можно ближе, ну, к рту поднести. Ну, как всегда, ты, в принципе, и делаешь. Чего? Чего разговаривать умею? Ты оттуда разговаривать умеешь? Из жопы умею. Бое сильнее страдание. А что? А на ловещание? Вы сорвали первые места в этом видюшке, в этом, на ютубе лига плохих шуток, типа. Ладно, мы-то не расстроимся, не то что ты. Спасибо. Просто трахнули этого босса сейчас вообще жестко, в извращенной форме. Ух! Трахни Махалиона, когда у меня будет 25к ДПС. Без тебя начнем, короче. Черные драконы
Явили. Мы даже не успели понять. Алекс сразу выбрал это. Силы были неравны. 20 минут, 10 минут осталось. Здесь. И запечатано. Не-не-не, 12. С расчетливой жестокостью. Обратите их в пепел. Поклон, давай. Не надо. Куда давать? В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои. Он Лолик пишет в свету, хочет хилить. Хорошо, Лолик, я в свету, остальные мне, Варенька, диспалит тьму, свет диспалит Кригер, четвертая партия остается добивать големов, Максимус заходишь во тьму, в третьей фазе кидаешь на меня СС Никери Невал. Тьму танчит Макгрегор, свет танчит Поклонский, трэш танчит Сэдли. Все РДД на третьей фазе, появляется большой голем, играем в большого голема, не забываем обновлять взрыв разума, паладины, распределяйте сами ауры, длани. Что еще не сказал? Все. Диспел, Кригер, свет, да, тьма. Говорю. Будешь релить? Да-да. Ставлю рыбу. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое свечилище. Так, у нас 11 минут еще есть. 11. Вау. Рыба. Вот сильнее. Не. Олег, дай крест. По ситуации на второй фазе security, на третьей лолику. Зашли на вторую фазу во тьму, сразу дали inner security, сегодня мана. Юрс, что не хватает? Виталик. Тут. Варень. Да, тут готов. Все готовы. Лолик, свет же. Клонский на двух. Крик на хп. В бою дадут. Перед заходом в тему главное не забудьте обновить. Что там? Тебя не слышно. Даня. Своего нет. Слышно? Да, теперь слышно. Я перезаходил в Аркан, мне я говорил. Начинай, Макгрегор. Страшно стало. Лирана. Перебежали. Кайф. Короче, хант. Каферти. Бежали.
медленнее. Не заходи, подожди, пока начнут продать лужи. Только начинает пропадать, сразу заходишь. Все, заходи. Ну, заходим, рейд. Кружок бьем. Да, 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 бьем. Вовремя посмотрел, пати. Да, не взрывом уже бьем. Бью, бью. КД был. Заходим. Сэнди, ты тоже мог зайти и подамажить, там два не покидать. Толку тут от тебя, уже поздно. Метку похуй. Лишь в морде сейчас нет. Шанан. Ты третью фазу дисполицей. Я. Мы разолили лолику. Джест метка. 54%. Максимус метка, выходим в свет. Выходим. Свету рост. Джест метка, сам себя диспыль. Перебежали. Восьми дали рост, свет трэш бьем. Реневал метка. Господи. Падаем, падаем. Быстрее. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Забегайте быстрее, просто умирайте. Лолик, что-то не похилил, ё-моё. Я метку выносил. Нахер мобы. Тут важно танка спасти. Ну если мобы пиздят, значит на пул хуйня. Объясните, пока мы ресаемся, может хан там знает. Да, все он знает. Ты про Кеферти? Ну да. Кеферти, ты знаешь не... тактику, что делать тебе здесь? Понятно. Ты должен напуливать мелкий трэш на Сэдли. После напула бьешь больших. Ну, это третья фаза. А так каждый мелкий трэш, каждый, абсолютно каждый мелкий трэш ты обязан напуливать на Сэдли. Стопаешь автоатаку после перебежки, выбираешь цель его Сэдли и ждешь, когда пойдет трэш, первая волна трэш, которая пойдет 2-3-4 моба, даешь гряд стрел. Плюс не забывай ставить трапу обжигающий. Тоже дает ОЕ этот. На урон и на пол. Но ставь так, чтобы она не касалась босса. Бафы быстрее, давайте все тут. Я после того, как напулил мелкий, бьешь большого голема. И так на каждой перебежке. Для, ну, чередуй каждый трэш, один трэш прожимаешь святую клятву, один трэш Клыксиндрагосы. В экстренных ситуациях прожимаешь БЗ. Ну и также клятву. О, этот, ты понял. Савку. В
варенька. Да, готов. Заходите за линию. Чендлер. Начинаем игру. Шанан. Перебежали. Уже в рейд. Маренька. Ментор. Перебежали. Ментор. Заходи сразу. Рейд заходим. Сэдли, заходи. Сэдли, заходи. Максимус, заходи. Заходим во тьму. Ближе к морде сейчас метку. Не было метки. Олик умер. Забил. Сан 2. Стадион. Бьем пока босса. Выходим в свет. Сразу рост давай. Максимус. Перебежали. Во тьме рост. Свет, бьем трэш, будет метка. Кеферти. Перебежали. Стоп, свет, не бьем босса. Фейкаст. Жест, подними ментора. Олег, есть на тебе СС? Ментор метка. Давай.
Готов и помогу. Приставал лапу. Че, вы упали? Перебежали. Не-не, все нормально. Не-не. Гаплю дал на БДК. Лишен, если кто-то из хилов умирает, сразу поднимаешь. Фейкаст метка. Цельный хильти. Лилия, давай гимноману тотем ставь. Волик метка. Секьюрити, давай после лезвия поставишь свою. Перебежали. Давайте бьем трэш тут еще. Кюрс метка. Тем обнови. Все, ты... Кеперти метка. Ну давайте, да, должны добить босса. Перебежали. Добиваем тупо? Да-да, добиваем. Тупо в босса. На пол дали лолик метка. Даем гимн на хп сейчас. Все, и добивается. Тастика. Пожалуйста, не уходите, сейчас будет ИВК 25, 20 минут рекорд надо поставить, 1500 ИП, если вы за 20 минут убьем. Можно еще РС-ку сходить, у меня же БДК есть. Никогда. Все, сорян, уже РС-ки много на сегодня. Все, всем пока. Спасибо. Давай, за рейтинг. Давай, удачки. Я просто к тому, что в воскресенье не буду, там БДК у вас не будет. Какая разница сегодня? Ну, ты нужен будешь, понедельник, солдат. Понедельник я не смогу быть. Тогда во вторник. Вообще до следующей пятницы, субботы. Тогда в среду. Тогда в пятницу. Так, смотрим. Так, Сэдли или Чендли. Вы все писали на ДД, что ролите? Да. Калия на милик. Может, закончился уже Германия, да? Да, хватили. Кто выиграл? Германия. Ха-ха-ха, да. Красава. Шалан, так это ожидаемо было. Да, не шалал. Но зато я первый, я правильно сказал, что они меньше одного забьют. Не, ну ожидаемо, но не ожидаемо, что Швеция будет вести 1-0 первый тайм. Олег, ну, да. Мне на шаману ИП. Кто забил в Германии? Да смотрите, если онлайн есть, можно сходить еще, у меня БДК есть. Там варенька, если не лохнется, может еще тоже БДК, и можно нормально... Ройс и Кросс забили. Что Зилла сейчас был сюда?